прибоя услышь. Запах соленого моря сочини. Духи из ароматов улыбок. По мокрому песку пробеги без ботинок. Собери, подари подруге венок из картинок цветных и радужных снов. Откликнись на тело своего зов. Это время поцелуев и нежных слов. Лето, солнце, море, пляж. Лето, солнце, море, пляж. Если мы летим, летим на банане. Если нас с тобой накрывает волнами. Если по телу льется музыка света, значит добро пожаловать в лето. На банане. Накрывает волнами. Льется музыка света. Это лето, лето, лето. Статуя свободы. Пора на юг. Чемодан кидаю я, пару светлых брюк. Калит на крюк, аэропорт улетаю. В самолете сосед угощает. Выпиваю, после в гостинице вещи кидаю. Повезло, вид на море. Дочь, скажи, куда мы идем? Куда мы идем, скажи? Бегу. Маму, папу встречать. Не надо сейчас. Уйди с фотоаппарата. Таксобус! Ветер за кабиной носит, поспуни слева поворот, осторожней шофер. Как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшно. Почему грустят твои глаза? Почему так поздно ты не спишь? Словно хочешь что-то мне сказать, но молчишь, ты молчишь. Вновь с тревогой смотришь на меня, прижимаешься ко мне щекой, шепчешь мне, я так люблю тебя. Я прошу, будь со мной. Капают слезы мне на ладони, плакать не надо, плакать не надо. Я не исчезну, не уеду, я буду рядом. Я буду рядом, не разлучав снегопад и вьюга. Это напрасно, я никогда тебя не забуду. Ты моя нежность, ты так прекрасна. Ain't no techno.
is the road to hell. Пожалуйста. Я на камеру, я на камеру. А, ой, господи, на камеру. Дик, пропусти Максима. Да. Пропустите. Кошки все собрали. Да, да, они чуть-чуть. Сережа. Икры нету. Сережа. Здесь или нету. Этот мешок с икрой? Не-не-не. Сережа. Ты подделал те штаны, которые вот эти. Да. Ну, Сереж, ну он же знает, это сколько ерунда. Знает, что это. Ну, это ерунда. Нормально. Нет. А вот это вот что? Давай я подержу это. Кто это вот этот большой? Другой? Это, по-моему, сон. Это сон, это как от коровы. Да. Да. У нее голова большая. Это, по-моему, вот это вот сомик. По-моему, сон. Нет, это треска все. А почему? Коля, ничего не поймали было, что ли? А других не было рыб? А я, мама, да там. Там одна где-то там попала. Мама, да там у меня какая-то. Давай. Вот эту вот. Большая кишка. Большущая. Могу я это умру. Погнали отсюда. Ой, я не могу на это смотреть. Хоть я в руках держала, но жить у нас будем, да? Ну или там на улице, ну что? У нас может или на улице остался стал. Пошли. Куда? Велосипед поставь тут, это же не твой. Борис будет голову. Слушай, ну где она возьмет большую кастрюлю? Сейчас варить прямо. Ну не сейчас, но а когда? Да, когда? Их или сейчас, или выбросить. Да, вот именно. Или сейчас, или выбросить голову. Потому что вот этот нож я отточил, хорошо работал? Да, отлично. Нет, нет, нет. Папа! Привет! Кошка, да? Да, вот ну как на рыбалке там? Отлично. Папа! Кошку сними, которая ждет рыбу. Вот этого я, по-моему, держу. Оля, слезь, мне неудобно. Папа, Оля, слезь. Папа, а глазки Оля. Едят? Ты же видела, дядя Дима как съел глаз. Я не знаю, мы когда-то были на Азовском, и девочка была, так она сразу начала вот лазить. Совершенно другая в магазине, правильно? Аркаша, что мне жарить? Сейчас я сделаю. Конечно, надо. Вот эти маленькие кушки. Когда вытаскивают? Я еще упала. Это все? Ну, еще есть, вообще-то все. Да что это? Это ваша? Картошечка там же наша. Это ваша. Ваша кастрюлька. Это наша. Что за рюмочки? Ворочаю. А его больше не надо. Я к чему? Это не речь?
Ты меня, я тебя называется. А увез ноутбук. У нас есть, знаете, все еще впереди. Вот аппарат собирали. Слышишь, Сергей Семенович говорит, что он? Глав рыбу. Что Томе надо тоже этот аппарат. И такой аппарат. Коля, где лучше? Все, сейчас прямо до меня. Мотор. Зачем? Я не вижу, что они. Пашка вперед встал. Там столько народа, сколько можно человек? А? Конечно, они. Вон, смотри, вон Аркадий стоит. Видишь? Паша. Пашка там. Там еще мальчик какой-то. Мальчик еще какой-то и папа. Мальчик. А, это может быть Ромка. Ты орешь. Что?
Ну и что, у меня еще больше. Ай, Лёшка, пойдёшь ко мне? Ай, мама, тут сзади. Все, зима чистый. По левой. With me.
что, ляльки маленькие? Да, сидеть. Вы будете сидеть вот по очереди все. Нет. Сама? Пойди вот купей. Он снимается. Высота. Паша, не со мной. Уберись. Что ты морщишься? Тебе что, холодно? И сразу кушать, не чтоб мужа угостить. Покажи, что там у тебя. О, красота. Я тут такой босиком иду по шишкам. Все вперед убежали в обуви. Ну и что это такое? А что не забрали ничего, не убрали? Лопатки какие-то тут, шампунь. Опять были дети. Горчица нужна вам как-то? Чтобы мыться. На ночь свечки у них тут, да? Кстати, куда вы дели чуток? Ты уж могла бы знать. Мы нашли туалет.
Я думаю, там они упадут. Это Паша хотел. А волны поднялись. Thank you.
Объем катер. Я знаю. Давай так, держать. Давай. Слушай, вид такой вообще, это, с камышами, как будто на рыбалке. Здесь машины повесят, знаешь, как это? Да. Плачет и пукает. Плачет и пукает. Аль, о, ну ее передавай. Андрюху с пивом надо сфотографировать. Реклама такая классная. Рыбак. Сейчас. На воде. На воде с травой.
когда домашний? Нет. Рассольчик с утра. Это я тебе не разрешаю, про Пашу я не знаю, тебе уже сказала. Ты я как раз закат ты снимаешь там. Надо позвонить, вот аулировать. Да, заказать сразу еду, конечно. Я же не знаю, что там. Ну, салаты можно будет сразу заказать, и горячие заранее. И салаты тоже там. Да, сказать просто, что это рыбу или мясо, да? Там всего-то будет там по два наименования. По телефону скажешь, какая разница? Мне нравится, так дети пошли гулять, да? Голова. Набирай море. Иди набирай самолет. Смелела, полезла в море набирать. Алина, а как будто воду оттуда вылей. Воду швыли. И она туда сядет. Представляешь, короче, разбили, ага. Знаешь где? Вот под тем берегом. Да ты чё? А, на плоти? Вот это про Салатского? Да. Гирка там бегает, да. Вокруг, да. Я говорю, да что ты, говорю, не перевернулся, только чтобы сорвать туда. Ты скажи, сколько у сына было лет? 5 лет. Упала, когда смотрю. У меня еще тут кровопотек.
Вот это настоящий прототип Куршской косы. Залив, дюны, тростник какой-то. И сели, бакланы какие-то, и сели в песке. Руками помашите и покричите. Лезем на дюну.
Куда побежала? Ален, стой, оставь бревно. Равно что? Макс плюс Алена равно вау. Это что это такое? Я пойду, я хожу вот так опять. Ален, ну нормально, пройдись. Это назад. Что тебе не брызгает? Пашка, дай Ольге пройти. Зажмет руки. Это нам? Вам. Спасибо, дядя. Ромка, спасибо. Откуда ты? Чего ты, а? Как?
нами в прятки. Да и нет слова загадки. Часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Жизнь, это жизнь, наша жизнь.